Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я публикую купоны и скидки. Теперь и в ВК. Поступили новые спортчасы Xiaomi Watch S1 Pro. Во-первых, я напомню, что Xiaomi это не Samsung. Они не выпускают одну версию часов в разном размере. У них есть версия Pro, где экран 1,47 дюймов, и версия 1S с экраном 1,43. Обычный 1S уже есть на Али с глобальной прошивкой. Прошка еще на китайской версии, но она с русским языком. Pro-версия получила премиальный классический дизайн, на выборах всего Три с экраном OLED размером 1,47 дюймов, разрешением 480 на 480 точек и плотностью пикселей 462 на дюйм. Стекло тут сапфировое, есть датчик света и авторегулировка яркости. Яркость с запасом это 600 нит. Вес часов почти 50 грамм, потому что корпус из нержавеющей стали. Задняя крышка это пластик с напылением керамики. Конечно, основной упор тут идет не на софт, а на экран. Кстати, часы работают на базе MIUI для часов. Рамки этой версии стали тоньше, а соотношение экрана корпусу увеличилось до 72,7%. Раньше было две кнопки, теперь для навигации используется одно колесико и механическая кнопка. Колесико это основной инструмент, мы можем пользоваться им вместо управления часами пальцем. Одно нажатие возвращает на предыдущий экран, длительное удержание запускает голосовой ассистент, который, к сожалению, тут китайский, вращение позволяет листать меню или читать сообщения. Нижняя клавиша тоже механическая, она может использоваться в качестве быстрого запуска приложения, какое приложение вы устанавливаете сами. Эти часы также умеют измерять температуру тела, а из остальных фишек у них все одинаковое, то есть уровень кислорода крови, пульс, много видов активности и так далее. Поддержки eSIM, к сожалению, тут нет, емкость аккума тут 500 мАч, что нам может дать в теории до 14 дней автономной работы.